На протяжении месяца более 40 участников разных профессий с разными характерами и увлечениями, но с одной целью – похудеть – работали над своим телом. Айгуль пришла на этот проект вместе со своей мамой и после финальных замеров осталась довольна. Результаты есть ощутимые, даже вот окружающие говорят, что и в сантиметрах в талии ушли, и килограммы тоже ушли, и чувствовать себя лучше начала. И я, и мама как бы очень довольны. Теперь будем ждать 4 сентября результаты с нетерпением. Надеемся, что займем призовое место. Фотографирование проходило в полный рост, но без съемки лица участников. Каждому конкурсанту присваивался порядковый номер. Затем с конкурсантов сняли мерки, где они на цифрах до и после смогут сравнить, насколько их объемы уменьшились. И уже на этой неделе жюри, состоящее из профессионалов, сопоставит фотографии и выявит 3 обладателей призовых мест. 4 сентября в кроссфит-зале «Спарта» в 20:00 мы проводим финал интернет-реалити «Худей и богатей» в Нефтекамске, где узнаем, кто же стал победителем, а также обладателем 2-го и 3-го приза. С 18 сентября стартует 3-я волна проекта, и у всех желающих еще есть время подать заявку на участие. Это можно сделать через страничку проекта «Худей и богатей» ВКонтакте. Анастасия Тимирбаева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».